Всем привет, друзья! С вами канал Кулинарим с Людмилой. Я Людмила. И сегодня у меня на ужин овощные оладушки. И для этого мне понадобится 2 вот таких стаканчика кефира. Видите, я уже туда его налила. Затем вот 1 полная чайная ложка разрыхлителя, мука, 2 яйца, соль, сахар по пол чайной ложки я добавила уже. Затем здесь нарезала лук, натерла морковь и нарезала капусту. И будут у нас вот такие оладушки. Сейчас мы пока будем замешивать тесто. Это значит вот так. Все у нас сейчас настоится, наш разрыхлитель с кефирчиком. Пусть пока вот так вот. Все, он будет у нас пока настаиваться. А мы будем в это время пойдем жарить лук, морковь и капусту. Так, друзья, вот так вот все, лук, морковку. Сейчас я уже капусту добавила еще. И все, мы хорошо пережариваем. Вот так вот все пережарим хорошо. Здесь я еще добавила сухой чеснок. И, ну, такой в порошке, да? И добавила прованские травы. И все, и нарезала лук зеленый, но это потом. Так что будем ждать пока. Так, друзья, 2 яйца мы сюда добавили. И замешиваем теперь тесточку. Вот как тесто у нас будет готово. У нас там в сковороде пока жарится лук, морковка. А мы сейчас замешиваем тесточко. Вот. Вот так. Ну все, вот на этом хватит. Вот такое оно должно быть. Вот. Ой, еще хорошо размешаю. Пока держу одной рукой. Все, сейчас оно немножко у нас постоит минутки 2. И будем добавлять наши овощи. Вот так, друзья, такое тесточко у нас получилось. Да, знаете, ближе похоже как на котлетки овощные, но на кефире, да, как бы мука. Ну, пускай будут оладушки. Это я тоже на узбекском, как бы сказать, канале. Опять восточная кухня, да. Ну вот, попробуем, что это будет. Сейчас будем жарить. Ну, как не оладушки тоненько, но как котлетки. Вот так, друзья. Вот такая красота. Смотрите, такие они мягенькие, такие они прям приятные. Вот видите, какие толстенькие, хорошие, воздушные. Во, смотрите, как поднимается. Ну, это прям котлетки настоящие, но овощные. Так что, кто худеет, пусть кушает. Муж даже сказал, что прям мясом пахнет, но... Почему мясом пахло? А потому что у меня еще тушились котлетки. Скажу по секрету. Вот, то есть вот эти вот овощные оладушки. И будет это у нас на ужин. Вот, конечно, это будет очень вкусно. Я так думаю. Но оладушки просто прелесть, слушайте. Сейчас откушу. Вкуснятина. Сейчас буду есть с молоком. Все, друзья, всем спасибо, кто со мной. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Я всегда с вами. Приятного аппетита, мы ужинаем.